Так, хорошо. Смотрите, давайте тогда пару слов, как обычно. Значит, ну, я на лекциях ни до чего содержательного у нас определительно не дошел. В принципе, задача у нас сегодня разобрать ДЗ, поговорить еще некоторые вещи, обсудить с перестановками, которые я в прошлый раз не рассказал. Я хочу наконец-то вам рассказать про пятнашки. Я хочу рассказать про извлечение корней, значит, поговорить с вами. Вот, чтобы вы были в состоянии решать всякие уравнения с перестановками. И потом, если останется время, поговорим про определители, какие-то базовые вещи, как минимум, как их правильно считать, и почему именно так считать можно. Вот. И если нет, то отложим разговор на следующий раз. Это не очень принципиально. Нам самое главное сейчас завершить перестановки, и потом кучу времени будем обтираться определителем. Так, сейчас я тогда запущу доску, буквально секунду. Так, хорошо. Блин, я смотрю, господи, какие же ботаны собрались-то в этом году. Прям все решает, все. Даже дурацкие задачи, где надо там, я не знаю, одну табличку в другом виде переписать, все равно решают. Вот вам не лень. Обалдеть. Так, не, на самом деле это очень круто. Прям очень приятно, что вы уделяете время всему этому. Так, хорошо. Значит, я смотрю, девятая задача. Ну, видимо, просто не все до нее дошли. Так, седьмая вызвала какие-то, восьмая. Ну, седьмая и восьмая, они вместе, это одна и то же более-менее. И это следствие пятой и шестой. Там будет... Окей, так, я представление получил. Значит, смотрите. Значит, третья задача... Да, третья задача была адом. Это так. Именно так. Значит, смотрите, давайте так, вот первые три задачи, они были, значит, на определение из разряда, что взять перестановку в одном виде, представить ее в другом и наоборот, посчитать какой-то там знак, в общем, ничего такого суперсодержательного, то есть применить все те методы, которые, ну, как бы для того, чтобы просто базовые вещи прощупать. Так, значит, вот там третья, по-моему, D была поинтереснее. Блин, я вот только сейчас наизусть не помню. Там одна была, по-моему, конкретная перестановка, а D была с какой-то хитростью. Сейчас я открою. Я смотрю, я просто не открыл перед глазами документ. Так, там был 3,6D, да? Сейчас посмотрим. Там что-то такое было совсем... А, сначала 1, 2, 3. Все, я понял. Внизу, значит, нужно сначала все четные, потом... Окей. Значит, давайте тогда, да, так как ее не все сделали, давайте начнем с нее. Значит, ну, во-первых, первые две задачи, я надеюсь, что там ни у кого вопросов не было. Вот. Можно, как сказать, что все-таки пересчет из таблицы ничего не надо. Вот, вот задача, которая, значит, была 3D, третья D, значит, там была следующая. Первая строка перестановки, ну вот, от 1 до N, а вторая мы сначала пишем все четные, а потом с какого-то момента пишем все нечетные. И вот есть такая перестановка, и нужно у нее посчитать знак. Вот это, кстати, та ситуация, в которой можно через инверсии реально посчитать. Вот это самое-самое-самое простое, что здесь приходит в голову. Потому что, смотрите, значит, ну, на самом деле можно не только, на самом деле можно, да, можно не только через инверсии, можно сделать еще вот таким вот образом, что, может быть, через транспозиции даже будет еще проще. Давайте через транспозиции. Смотрите, как можно считать знак? Давайте сделаем так. Вот если я возьму и на нижней строке подействую как-то, например, возьму и единичку переставлю со следующим элементом, что это означает для нашей перестановки сигма? Ну вот это означает, ну вот если здесь стояло какое-нибудь число а, то если я сейчас переставлю 1 и а, это то же самое, что перестановку сигма умножить на транспозицию 1 а слева. То есть, вообще говоря, когда у вас есть перестановка, и вы сделали, значит, ну вот какую-то перестановку двух индексов внизу,
это равносильно тому, что умножаете слева на некоторую транспозицию тау. А если вы сделали перестановку каких-то двух индексов наверху, это равносильно тому, что вы умножаете справа на некоторую транспозицию тау. На самом деле, значит, тут можно говорить не только про транспозиции, но и про произвольные перестановки, но с транспозициями просто проще всего рассуждать, и это чаще всего применимо. Поэтому, как бы, раз происходит такое действие, вы легко можете проследить, как именно меняется знак вашей перестановки, когда вы проделаете такие процедуры. А такими процедурами вы любую перестановку можете привести к тождественной. А у тождественной вы знак знаете, ну, либо к перестановке, у которой вы точно знаете, как посчитать знак. Поэтому вы можете просто взять и, как сказать, сделать следующее. Взять вторую строчку и привести ее таким образом к виду 1n и посчитать, сколько таких действий вам нужно сделать. И это даст вам возможность посчитать знак. Вот кто понял, что я сейчас предлагаю сделать? Отлично. Если кто-то, у кого есть вопросы или нужно пояснить какие-нибудь вещи, например, почему вот то, что я здесь заявил, это ровно то, что происходит. Ну, мало ли, на всякий случай. Отлично. Вообще вот эта идея… А, в чем смысл утверждения? Утверждение следующее. У тебя есть перестановка, записанная в таком вот виде. Если ты сейчас… Это не совсем количество инверсий. Это не совсем количество инверсий. Значит, это по модулю 2 равно количеству инверсий. Да, то есть если минимальное количество транспозиций, это еще как-то там можно, хотя тоже большой вопрос. Вот, там есть разница. Значит, какие именно транспозиции разрешено делать. Просто там, смотрите, инверсии, чтобы количество инверсий посчитать, просто, значит, вам нужно… Значит, минимальное – это будет декремент, если за минимальное количество транспозиций. А вот если вы хотите получить инверсии, вам надо использовать транспозиции только для двух соседних элементов всегда. Вот. Поэтому это немножко не то же самое. Вот. Соседние, в смысле, единичку и двойку, двойку и тройку, тройку и четверку. Вот там как-то… Ну, в общем, связь есть, но я сейчас, скажем так, мы ее обсудим, когда вот 7,8 задачи будут. Я вам покажу про прикольную связь с некоторым метрическим пространством. Вот. Ну, окей. Ну, собственно, вот, ну и задача получается здесь сразу понятная. То есть вы единичку гоните сначала налево, потом тройку гоните налево, потом пятерку налево. Вот. И вам надо единичку сначала прогнать через все четные, пятерку через все, кроме двойки и так далее. И, собственно, тогда вы можете, значит, посчитать, сколько у вас здесь получится этих самых транспозиций. Вот. Ну и отсюда получается нужный знак. То есть это количество, значит, количество четных плюс количество четных минус 1 плюс количество четных минус 2. То есть если у вас r – это количество четных, то r на r что там, минус 1 пополам получается вроде. А, вы хотите четные гнать на место. Почему? Ну, а то же самое, если ты четные гонишь на место, вот, то ровно то же самое получается. В смысле, почему ты решил, что четные гнать удобно? Почему 2n минус n шагов? Я вот это не уловил. Почему? Это то же самое, что для нечетных. 2n шагов, ну погоди, почему 2n шагов? Ты же гонишь сначала единичку через все, потом тройку через все, кроме одного. То есть у тебя как бы уже за счет того, что единичку и тройку перегонишь, у тебя уже получается как бы
2n-1. Ну, в общем, я не очень понял, что ты сделал. Или ты с первой стороны? А, или ты наоборот тождественную перегоняешь в нашу? И типа как-то так рассуждаешь? Ну, в общем, давайте так. Я что-то рассказал. Есть какие, вот, есть у кого-то какие-то вопросы или, например, замечания, которые вы хотите сказать по этой задаче? Для четного числа проще сказать, сколько позиций между исходным и конечным положением. А зачем тебе это? Ну окей, я, в общем, не могу сейчас за тобой следить. Я подумаю, что ты предлагаешь. Давайте тогда, если никто не против, я предлагаю пойти дальше. Вот, самое главное, что хотел сказать, что вот просто можно про вот эту штуку, про, ну как бы самое главное, что отсюда вытащить, это вот это замечание, что работа над нижней строкой – это умножение слева, работа над верхней строкой – это умножение справа на какую-то перестановку. Поэтому, ну как сказать, вот как мы с матрицей работали, что вот мы там что-то там строки меняем там каким-то элементарным преобразованием и может за чем-нибудь там уследить. Вот так же и здесь можно про эту штуку так думать. Так, хорошо. Следующая задача была решить систему. Не систему, а уравнение на перестановке. 6, а здесь было 2, 1, 3, 5, 6, 4. Здесь было 3, 4, 1, 5, 6. Сколько получилось от решений? Отлично, 6, да. Здесь должно быть 6 решений. Смотрите, ну давайте так, я сейчас скажу классический способ, которым подразумевалось ее решить, а вы скажете, если кто-то делал по-другому. Смотрите, первое, что нужно сделать, надо вот эту центральную ставить в виде произведения независимых циклов. Тогда получается здесь вот такая штуковина. После чего мы знаем, как сопрягать. То есть мы можем вот так вот вставить еще сигма минус первая сигма, и в итоге мы можем сопрячь первую и сопрячь вторую. И вот это должно равняться 3, 4, 1, 5, 6. То есть задача в итоге сводится вот к такой задаче. Есть две перестановки, они заданы своими цикловыми структурами, и надо понять, когда они могут быть равны. Вот на этом этапе есть ли у кого-то вопрос? Теперь смотрите, по сути, здесь еще не хватает одной неподвижной точки, но здесь, соответственно, это двойка. То есть у нас получилось следующее. Ну, то есть графически это у меня одна неподвижная точка, один цикл длины 2, один цикл длины 3. Вот. Теперь, когда у меня все циклы разной длины, такое возможно тогда и только тогда, когда эти циклы попарно совпадают. То есть вот это совпало вот с этой, вот это совпало вот с этой, а вот это совпало вот с этой. Это из-за того, что это как бы длинный компонент, они однозначно определены. Поэтому здесь вот это равенство, оно равносильно следующим, на самом деле, двум равенствам. Третье, красное, я могу не использовать, потому что оно автоматически будет следовать из первых двух, синего и желтого. Вот. Ну а теперь, значит, из-за того, что цикл записывается неоднозначно в таком виде, то есть это первый цикл – это либо 3-4, либо 4-3, отсюда у меня два варианта. То есть сигма-1, сигма-2 – это либо 3-4, либо 4-3. Вот. А здесь, соответственно, из-за того, что у меня три варианта, то значит сигма от 4, сигма от 5 и сигма от 6 – это либо 1, 5, 6, либо 5, 6, 1, либо 6, 1, 5. То есть вот есть всего три варианта. То есть в итоге мы знаем, куда переходит 5 точек из 6. То есть для 1 и 2 у меня два варианта, для 4, 5, 6 у меня три варианта, того 2 на 3 – 6 вариантов. И остается вариант, куда переходит точка 3. Она у меня всегда переходит в неиспользованную точку 2. Ну или это то же самое, что равенство вот этих красных товарищей. Вот, поэтому отсюда получается всего 6 вариантов.
И это как бы общий метод решения таких задач. Вот кто делал точно так же? Да, это именно идея с переименованием. Да, именно так. Делал ли кто-нибудь по-другому? Хоть как-нибудь? Good. Да, ну то есть, собственно, здесь и надо было применить идею с переименованием и разобраться в том, что переименование, то есть вы просто переименовали точки 3-4 в какие-то две новые и 1-5-6 в какие-то две новые, вот и все. Значит, откуда вообще может вылезти подобное уравнение? Я хочу сделать некоторое замечание. Почему такого сорта уравнение может вылезти? Например, вы можете попытаться найти все перестановки сигма такие, что они коммутируют с фиксированной тау, а тау фиксированная. Вот, то есть какие перестановки сигма коммутируют с тау. Вот такое решать не очень удобно, но вы можете перевести это уравнение в такой вид, и тогда оно решается аналогично. То есть часто то есть в текущей задаче у нас вот слева и справа были разные перестановки, как бы тау 1 и тау 2, а здесь просто получается одна и та же тау. Вот. И как бы, когда вы хотите такое решать, вот это равносильно такому. Поэтому это одна из ситуаций, когда такое может понадобиться. Так, хорошо. Единственное, что здесь хочется сказать, а что произойдет, если бы у вас были бы циклы, скажем, одинаковой длины, и было бы их несколько. Ну, то есть, если бы у вас было бы, там, скажем, сигма 1, сигма 2, сигма 3, сигма 4, ну что-нибудь вот такое, равняется циклу, там, не знаю, 3, 1, 2, 4. Вот как такое решать? Ну, я надеюсь, что понятно, что здесь как бы есть две вещи. Первое, какой, с каким отождествить, у вас есть вариант, вы этот отождествляете с этим, а этот отождествляете с этим. Либо у вас вариант, что вы этот отождествляете с этим, а вот этот отождествляете с этим. То есть, во-первых, это первые два случая. И на каждый из этих случаев вы пишете равенство соответствующих циклов. То есть, когда циклы повторяются, у вас просто есть еще выбор цикла одинаковой длины, какой с каким отождествить. Вот, соответственно, сколько здесь получится вариантов? Да, 8. Это при условии, что мы работали в S4. А если бы я работал в S5, то есть если бы сигма я искал бы в S5, то сколько тогда вариантов будет? То есть здесь действительно 8 вариантов. Тоже 8. А если бы я в S6 работал бы? 16, да. Почему 16? Потому что у нас будут две новые точки, 4 и 5, и вы можете на них как действовать каким угодно образом, потому что нам не важно, что с ними делает сигма. Вот если у нас из S5, то оставшаяся точка 1, 5, и она обязана перейти в себя, потому что все остальные задействованы. Вот. А если у вас две новые точки, то на них можно переставлять как угодно. Соответственно, если у вас будет три новые точки, то надо будет 8 умножить, соответственно, на 3 факториал. Вот, там, то есть дальше будет интереснее. Вот по этой части есть вопросы или нет? Отлично. Да, то есть не забывайте, здесь самая главная тонкость, не забывайте смотреть, откуда ваша сигма. То есть вы как бы на нужных точках 2, 1, 2, 3, 4 увидели, как надо действовать. Вот, но если вдруг у вас сигма не из S4, а как бы на большем количестве точек действует, вам надо не забыть перебрать еще все варианты для сигмы на оставшихся точках. Это единственная тонкость, которую здесь надо не забывать. Так, это более-менее все, что нужно знать про решение вот таких вот уравнений, где используется сопряжение. То есть всегда через цикловую структуру надо идти. Тогда, если нет вопросов и замечаний, пойдем дальше. Задача номер 5 и задача номер 6, они более-менее связаны. Давайте я их одной пачкой разберу. Так, единственное, что я, наверное... А, нет, можно еще вниз пойти. Еще рано наверх. Значит, смотрите, про что были задачи 5 и 6? Задача номер 5 была в следующем. Значит, если у вас есть сигма из Sn, и тау – это какая-то транспозиция, то декремент от их произведения, он либо... Ой, дед написал. Вот что значит проводить лекцию по... определителем. Значит, смотрите, то декремент при умножении на транспозицию либо увеличивается на единичку, либо уменьшается на единичку. Соответственно, значит, задача номер 6
она была вот про что. Что вы можете попытаться сигму представить в виде произведения транспозиции. Так, чтобы вот это число было минимально возможным. Так вот, оказывается, что тогда вот это минимально возможное d, это и есть декремент от сигмы. То есть физический смысл у декремента – это наименьшее количество транспозиций, которые нужно взять, чтобы вы могли представить вашу перестановку в виде произведения этого количества транспозиций. То есть вот эти две задачи, они как бы идут вместе. И 5 – это, по сути, шаг на решение, ну, для решения задачи 6, сложная часть. Хорошо. Значит, ну, как делается 5-я штука? Это на самом деле медитация на тему того, что мы делали в прошлый раз. Кто это понимает? Что на самом деле мы на прошлом семинаре, когда перемножали циклы, эту задачу решили. Круто. Потому что это реально переформулировка. Да, именно. Потому что, смотрите, мы в прошлый раз разбирали, что когда у вас есть, ну вот ваша перестановка какая-то произвольная, давайте я вот нарисую, да, то ну, здесь имеется в виду, что вот петля может означать и тривиальный цикл, то есть как бы петлю на одной вершине, то при перемножении с транспозицией у вас ситуация такая. Эта транспозиция либо цепляет два разных цикла, либо эта транспозиция цепляет один цикл. И тогда в этом случае у вас минус цикл, потому что они сливаются в один. А в этом случае у вас плюс цикл, потому что синий распадется на два. Вот. Так что в левом случае у вас декремент вырастет, в правом случае у вас декремент упадет. Вот. Вот и вся задача номер 5. Но самое главное, что есть задача номер 5. Из нее следует вот что из задачи номер 5. Что когда вы берете декремент от сигма на транспозицию, то это точно уж не превосходит, чем декремент от сигма плюс 1. Ну и такое дурацкое замечание. Теперь смотрите, как делается отсюда 6-я задача. Да, так вот, с 5-й задачи есть ли у кого-то вопросы, замечания, комментарии? Good. Это смотрите, как делается теперь 6-я задача. Значит, вот если вы представили, давайте сделаем так, возьмем и представим вот так вот нашу сигму, где d минимально возможное. Как доказать, что d равно декремент? Надо написать два неравенства. С одной стороны, мы можем просто воспользоваться вот этим, вот этой оценкой. Из этой оценки следует следующее, что d декремент от сигма, ну это декремент от tau1, tau d, я могу начать вот эти tau выносить наружу, это будет повышать декремент, ну, не более чем на единичку. То есть, написав, вот воспользовавшись этой оценкой несколько раз, мы видим, что это будет декремент от тождественной плюс d. Декремент от тождественной он равен нулю, поэтому это просто d. Таким образом, мы получаем оценку сверху на декремент, что декремент уж точно не превосходит наименьшего количества транспозиций, которые надо взять, чтобы получить сигму. Вот есть ли здесь вопросы у кого-нибудь? Хорошо. А как получить оценку в другую сторону? Ну, для этого нужно для перестановки сигма найти представление из такого, ну, из транспозиции такое, чтобы количество транспозиций равнялось декременту. Как получить такое представление? То есть теперь мы хотим написать вот какое-то такое представление. Тогда отсюда будет следовать, раз это какое-то представление, то а d было минимальным, то это докажет вот такую оценку. То есть если мы найдем вот это. Кто может сказать, откуда берется вот это представление? Да, правильно. Значит, смотрите, то есть это делается следующим образом. Значит, мы просто раскладываем сначала перестановку сигма в произведение независимых циклов, а потом каждый из этих циклов представляем в виде произведения, ну вот, транспозиции в количестве длина цикла минус 1. Тогда мы можем легко видеть, что в этом случае количество, значит, как будет устроено количество транспозиций, которые мы использовали. Тогда, значит, количество транспозиций получается сумма длин циклов
минус количество циклов. И если я теперь сюда добавлю плюс количество неподвижных точек и минус количество неподвижных точек, то тогда вот эта часть – это будут все точки, а вот эта часть – это будет количество компонент связанности. Вот. Ну и с точностью до знака. Я не то сказал. Не это будет n. Вот это будет n, количество точек, а вот это будет количество компонент связанности. Вот я перепутал. Ну, потому что точки-то вот здесь учитываются, а здесь каждый цикл – это одна компонент связанности. Вот, поэтому мы в точности получаем декремент. Вот, если… Ну, да, и это доказывает обратную оценку, поэтому задачи 5 и 6 сделаны. Вот если по задачам 5 и 6 какие-нибудь вопросы, замечания или что-нибудь такое кто-нибудь хочет сказать? Good. Теперь смотрите. Теперь хочется обратиться к задачам 7 и 8. Кто понимает, что задача 8 – это переформулировка задачи 7? Хорошо. Хорошо. Good. Отлично. Это хорошо, что вы увидели. Смотрите, давайте я тут расскажу, про что вообще задачи 7 и 8. Смотрите, давайте сделаем следующее. Давайте построим граф. Следующий. В качестве вершин я возьму все перестановки. Знаете, вот я его нарисую. Вот у меня такой будет граф. Вот тут вершины – это перестановки. Теперь, как устроены ребра? Ребра устроены так. Если у меня есть какая-то перестановка сигма, и я могу при умножении этой перестановки слева на некоторую транспозицию получить другую перестановку, то я между ними рисую ребро. То есть tau – это транспозиция. То есть ребро рисуется между двумя перестановками, если они отличаются слева на транспозицию. Получается граф. Теперь в этом графе есть понятие расстояния между транспозициями. Что такое расстояние? Это длина кратчайшего пути. Что такое длина кратчайшего пути? То есть это наименьшее количество транспозиций, на которое надо домножить сигму слева, чтобы получить тау. То есть это минимальное d, такое, что tau равняется tau1, tau d, сигма, где вот это транспозиции. Ну, потому что именно так по определению я и задал, значит, длину в этом графе. И, значит, ну, это по определению я так задал ребра. Тогда в частности получается, что декремент сигма – это расстояние от тождественной перестановки до сигма. То есть какая длина самого кратчайшего пути, который надо пройти в этом графе от тождественной перестановки до сигма. Вот. И, значит, задача 8, она говорит вот о чем. Ну, во-первых, задача 7, значит, она про свойства декремента, которые нужны для того, чтобы доказать всякие метрические свойства вот этого расстояния ρ. Мы для расстояния ρ, например, знаем, что расстояние между двумя перестановками равно нулю тогда и только тогда, когда они равны нулю. Ну, в графе очевидно, это просто как бы две вершины одинаковые, тогда и только тогда, когда надо пройти ноль ребер. Дальше эта функция, она симметрична. Дальше мы знаем, что эта функция, она устроена как? Что для нее верно неравенство треугольника. Ну, и в общем, все вот такие замечательные свойства. Вот задача 7 – это была вот для чего нужна. Для того, чтобы сформулировать всякие алгебраические свойства, которые необходимы для того, чтобы доказать вот эти вот свойства метрики, которые получаются. А свойство 8 нужно было для того, чтобы переформулировать, как метрику выразить через декремент. То есть здесь мы сейчас выразили декремент через метрику. А вот чтобы метрику выразить через декремент, мы видим, что если я вот в этом равенстве слева домножу на сигму в минус 1, то число d, то есть расстояние, то есть не между сигма и тау, это будет в точности декремент сигма в минус первой тау.
То есть вот это два способа, как метрика выражается декремент и декремент через метрику. То есть таким образом декремент – это такая штука, которая отвечает просто за длину пути вот в таком вот графе. Я пока не рассказал, по сути, решение задачи, но я сейчас рассказал некоторую геометрическую интуицию, которая лежит за декрементом и за вот этим вот минимальным числом D-транспозиций. Кто считает, что он понял, что я сейчас рассказал? Ну, соответственно, минус, если есть какие-то вопросы, мне нужно что-то повторить или пояснить. А, почему сигма в минус первой? Смотри, вот в этом вот, минимальное D такое, что выполнено это равенство. Но это равенство равносильно... Ой, точно, ты права, я баран. Справа, надо справа умножать. Умножить сигма справа. Тау на сигма в минус первой. Да, спасибо, это я прям ошибся. Вот. Надо умножать справа. Вот. Спасибо, Алисия, за внимательность. Потому что сигма-то справа находится. Вот, действительно, вот так. На самом деле, если я могу построить другой граф, в котором ребра будут соответствовать перестановкам, транспозициям не слева, а справа. Значит, поэтому, да, и там я хочу сказать следующее, что там вот эта метрика, она тоже будет выражаться через декремент. То есть там декремент также будет показывать расстояние от тождественной до сигма, вот, а расстояние между сигмой и тау будет равно этому выражению, но только тау и сигма надо переставить в другом порядке. Давайте я это вот здесь чуть ниже запишу. То есть я могу сделать следующую вещь. Я могу построить другой граф, в котором ребро будет соответствовать вот такой вот штуковине. Вот. Тогда метрика вот в этой штуке, она будет соответствовать как раз декремент от сигмы в минус первой тау. То есть вот здесь как раз будет вот в этом втором графе вот такая штука. Значит, почему домашки абстрактные, не про Василия Василису, как в контрольной? Все очень просто. Значит, для того, чтобы сохранить интригу до самого интересного. Ну, кому интересно решать домашки? Вот контрольное – это другое дело. Значит, так что… Ну, я пожелание понял. Пожелание понял. Сделаем формулировку более интересной. Будем проверять мое чувство юмора. Значит, теперь смотрите, давайте вернемся к седьмой задаче. Какие там были равенства, которые нужно было доказать? Значит, были следующие равенства. Декремент от тау, сигма тау в минус первой равняется декремент от сигма. Дальше декремент от сигма в минус первой равняется декремент от сигма. Дальше декремент от сигма тау равняется декремент от тау сигма. И последнее, что декремент от сигма тау не превосходит декремент от сигма плюс декремент от тау. Смотрите, но первое – это просто переименование. У вас при переименовании цикловая структура не меняется, декремент зависит только от цикловой структуры. Бац, готово, первое сделано. Второе – цикловая структура. Сигма и сигма в минус первой только разворачиваются стрелки. Цикловая структура сохраняется, декременту плевать на направление стрелок, он считает количество циклов и количество вершин. Все, значит, равенство готово. Так делаются устно первые два. Теперь, как делается три? Я хочу сказать, что три на самом деле эквивалентно один. То есть три и один – это одно и то же. Смотрите, почему. Да, так вот, кто понимает, как вывести из 1 три и из 3 1 в обе стороны? Да, Денис, а ты что, контрольный, что ли, пропустил? Дима сейчас умрет. Да ладно, не было контрольного. Да не было. Значит, ну как же, ну, сложный юмор, я понял, да, сложно. Смотрите. Почему можно вывести из первого второе, из первого третье? Значит, смотрите, берем декремент от тау сигма. Это то же самое, что декремент от тау сигма тау в минус первой. Если мы поставим скобки вот так, то по первому свойству это будет декремент сигма тау. Это из 1 в 3. А из 3 в 1
еще проще. Мы просто берем и переставляем вот эти две перестановки, и тогда, ну, местами. И тогда tau минус первый сокращается. Поэтому быть постоянным на вот таких сопряженных перестановках – это все равно, что уважать коммутирующие перестановки. То есть вот эти два свойства – постоянство на классах сопряженности, то есть вот как бы множество перестановок сопряженных с данными называется классом сопряженности – это все равно, что уважать коммутирование. Поэтому всякие задачи, когда у вас есть какая-то функция, которая как-то там уважает коммутирование, то обычно эту задачу сводят к функциям, которые уважают классы сопряженности. Так, хорошо. Ну и последняя задача. Здесь, во-первых, из того, что я рассказал про графы, сразу очевидно, что как бы должно быть выполнено, потому что для метрики это просто выполнено из неравенства треугольника. Но на самом деле нужно в обратную сторону. Это просто следует из 6. Из домашней задачи 6 следует непосредственно. То есть мы просто tau раскладываем в виде tau1, tau d, где d равен декременту tau. И потом пользуемся следствием из задачи 5. Применяем просто неравенство, значит, d раз. То есть мы берем декремент от сигма tau1 tau d, он не превосходит декремент сигма плюс d, а d – это то же самое, что декремент tau. Вот это формальное доказательство неравенства треугольников. Вот, ну и, собственно, как бы 8 следует непосредственно из 7. Вот, а то, что я вам рассказал выше, оно нужно было для того, чтобы показать, что 8 на самом деле можно еще и геометрически получить. Кроме того, третье свойство, вот здесь, которое вот тут написано, оно говорит вот о чем, что вот эта функция и вот эта функция, они просто совпадают, потому что вы можете переставить местами tau и сигма, вот, и у вас там все получится. Вот, значит, теперь смотрите. Это означает, что вот несмотря на то, что графы, которые вот при этом построении получаются разные, длины путей в этих графах получаются одинаковые. То есть расстояние между перестановками, неважно, когда вы слева ребра рисуете или справа, получаются одинаковыми. В этом смысле за это расстояние и там отвечает декремент. Это его физический смысл. Вот это как бы все, что нужно знать про декремент. Теперь смотрите. Если вы считаете, что вы осознали, что сейчас произошло, вы должны задаться одним вопросом. Внезапно, тут же. Как вы думаете, каким? Проверим вашу математическую интуицию. Вот увидев такое свойство декремента, чем, каким вопросом вы должны сейчас задаться? Хорошо. Нужна подсказка, я так чувствую. Кроме декремента, что еще мы знаем? Знак далековато. Количество инверсий. Количество инверсий. Вопрос. То есть смотрите, что такое был декремент? Декремент – это была такая численная характеристика, при возведении в которую мы получаем знак. Количество инверсий – это другая численная, целочисленная характеристика, при возведении в которую минус единица мы получаем знак. Тогда вопрос, а можно ли придумать граф, для которого d играл бы роль декремента, то есть количество инверсий бы давало бы длину пути? И вот вам задача на подумать. Ну, я дома сформулирую. Придумать граф, в котором вершины это Sn, вот ребра это что-то, так чтобы расстояние от единички до сигмы это было бы количество инверсий. Вот это хорошая задача. Ну и, собственно, там тогда вы можете и подумать, как тогда должно выражаться расстояние между двумя произвольными перестановками через D. Вот можно придумать такой граф. Очень рекомендую подумать. Значит, какой здесь надо взять граф? Ну, мы об этом говорили. Вот. Ну, в общем, я предлагаю вам. Я сейчас не хочу это обсуждать. Вот, я предлагаю вам подумать над тем, что получится. Это хорошее упражнение. После того, как я рассказал здесь все детали, вот, просто помедитировать и понять, а что же надо взять, каким образом строить ребра для того, чтобы за расстояние отвечало количество инверсий.
Вообще полезно вот такие вещи геометрические видеть. Просто тогда, ну, у вас появляется какая-то геометрическая интерпретация к формальным вещам, с которыми вы умеете работать. Ну и осталась последняя интересная задача. Смотрите. Мы в прошлый раз с вами обсуждали, как возводить произвольные перестановки в большую степень. То есть мы сначала перестановку раскладываем в независимые циклы, и тогда надо каждый цикл возвести в степень. Поэтому очень хочется понять, как цикл возводить в степень. Мы обсудили, что можно понизить эту степень до числа меньше, чем длина цикла, но тем не менее мы хотели установить в точности цикловую структуру. И поэтому по-хорошему нужно решить следующую задачу. У нас есть цикл длины n, и мы его возводим в степень m. И мы хотим понять, сколько у нас будет таких циклов, какой длины. Ну, какой у нас ответ? Сколько получается циклов? Да. Нод n и m. Ну, соответственно, все циклы у нас одинаковой длины, а длина каждого будет n поделить на этот самый нод. То есть цикл длины n всегда распадется в одинаковое количество циклов одинаковой длины при возведении в степень m. Вот это количество равно просто ноду. Хорошо. Значит, в прошлый раз у нас там была некоторая демонстрация частных случаев. Давайте так. Я сейчас сделаю так. Я сейчас расскажу свое решение, которое я хочу продемонстрировать, а потом уже обсудим, кто как именно решал. Я хочу показать несколько приемов, которые я считаю полезными. Смотрите, давайте решим эту задачу в двух частных случаях. Случай первый, когда m делит n, то есть n равняется d умножить на m. В этом случае нод будет равен m, вот, а d это будет n делить на m. Второй частный случай, это когда m и n взаимно просты. А потом мы возьмем и выведем из этих двух случаев общий. Вот это план, который я предлагаю для решения. Вот делал ли кто-нибудь так же? О, никто не делал. А, Ваня, отлично. Ну, я так чувствую, меньшинство делало так же. Поэтому я думаю, что то, что я сейчас покажу, это будет очень полезным примером. Почему это будет полезный пример? Первое. Разделяй и властвуй. Значит, мы берем, решаем очень простые частные случаи, которые как бы являются ключевыми. Именно в них как бы вот висит та самая изюминка, за которую мы зацепились, вот те самые вот тонкости, из-за которых результат будет верен. Вот именно так мы ограничили как бы область этих частных случаев. Но они настолько ключевые, что из них можно вывести самый общий случай. И как бы в итоге у нас получается, что мы делаем очень простые частные случаи, это делается легко. И из них потом простыми методами собираем общий случай. И нам не надо возиться как бы с многообразием ситуаций, которые возникают при разных всевозможных m и n. Как бы вот в чем смысл такого подхода. Смотрите, давайте разберемся с первым случаем. Когда n делится на m. Значит, что у нас здесь произойдет? Я хочу сказать следующее. 1, 2... и так далее. Вот это будет m, m плюс 1. Смотрите, вот я возьму цикл, ну и вот мой цикл, он такой вот. И вот он как-то там идет, и тут как-то приходит. Тогда, если я возьму, возведу его в степень m, то это что значит? Значит, я должен шагать шажками длины m. То есть единичка должна перейти в m плюс 1. Дальше m плюс 1 должно перейти в 2m плюс 1 и так далее. И в конце концов, за счет того, что у меня длина цикла кратна m, то после, когда я шагаю пачками по m шагов, я в результате приду ровно в тот же самый элемент. То есть dm плюс 1 будет как бы, то есть после d шагов я приду обратно. То есть я сделаю d шагов. Где d, я напомню, это вот как раз есть n делить на m. Теперь я получил один цикл длины d, который будет содержать единичку. Дальше я аналогично могу взять двойку, и для двойки произойдет то же самое. У меня же я могу цикл симметрично поворачивать, просто я получу ту же самую картинку. Я для двойки тоже получу цикл длины d, значит,
и так далее. То есть у меня всего есть m позиций, с которых я могу начать свой цикл длины d. Это числа от 1 до m. И каждый из них даст мне цикл длины d. Поэтому если я в этом случае вот такой цикл возведу в степень m, у меня получится d штук, m штук циклов. Это как раз вот позиции, с которых я могу начать, их ровно m штук. Вот. А длина каждого цикла, она получается равняется d. И как раз в этом случае мы видим, что когда m делит n, m это и есть нод, а d это и есть как раз n делит на нод. Кто понял первый случай? Ну и у кого остались вопросы по нему или какие-то, или надо что-то повторить, или вы считаете, что что-то было не строго? Это плюс, кто понял, и минус, если вы считаете, что тут что-то было, какой-то обман, косяк, или не строго, или надо что-то повторить. Окей, ну, я так понимаю, что плюс один, это всем другим, видимо, просто не очень хочется плюсы писать, или это неудобно? Минусов, главное, нету. Окей, хорошо, ну вот минусов нету, это хорошо. Смотрите, теперь второй момент. Значит, теперь предположим, что m и n взаимно просты. Смотрите, вот когда у вас есть задача про два взаимно простых числа, у вас просто нет вариантов не решить эту задачу. Почему? Потому что есть единственный факт на свете, на который опираются абсолютно все задачи, начинающиеся со взаимно простых чисел. Кто знает этот факт? Угу. Смотрите, есть такое замечательное правило, что если у вас есть... О, отлично, да, линейное представление. Нод всегда можно представить в виде линейной комбинации исходных целых чисел. Ну, существование обратного к чему и где – это хороший вопрос. Но вот это правильное было замечание про нод. Вот если кто-то, кто не знает, почему нод является линейной комбинацией исходных двух чисел, а, ну по модулю, это следствие этого факта, этот сильнее. Вот этот факт, он сильнее, чем то, что говорит. Ну, на самом деле, он эквивалентен, это правда. Окей, существование обратного. Да. По модулю n, это оно, это эквивалент. Хорошо, я на всякий случай напомню, что тупой способ доказательства вот этого, это через деление с остатком. То есть вы знаете, что как бы ноды m и n, он совпадает с нодом m и n минус m. Значит, автоматически он совпадает с нодом m и n минус qm. Поэтому вычисление нода вы можете вести следующим образом, что вы берете, говорите, что вы сначала n делите на m с остатком, потом берете m, делите на r с остатком и так далее. То есть вы как бы вот так вот по очереди делаете. Если, например, на следующем шаге у вас r поделилось на r2 с остатком 0, то означает, что вот это и есть ваш нод, и подстановкой по синим стрелочкам вы этот нод можете выразить через исходный m и n. То есть это как бы такой алгоритмический способ, как найти вот это представление для нода. Вот. На самом деле это можно выразить в матричном виде. Вот. Вообще-то такие штуки можно на алгебре обсуждать. Вот. Но давайте я уж тут тогда скажу, что вот смотрите, вот здесь можно следить просто за парой чисел, m и n, ну и, соответственно, следующий, то есть у вас как бы есть столбик такой n и m, следующий столбик это m и r, следующий столбик, давайте m и r я напишу, а здесь будет r и r2, вот, ну и следующий столбик, соответственно, будет r2 и 0. Смотрите, как вот эти штуки между собой связаны. Я хочу сказать следующее, что мы можем перейти от одного к другому с помощью умножения на матрицу 2 на 2. А именно, n выражается как q на m плюс 1 на r, а m выражается как 1 на m плюс 0 на r. Аналогично, m выражается через r и r2 как q2, здесь единичка, здесь 1, 0. Ну и, соответственно, дальше, когда r и r2, значит, выражается через r2 и 0, ровно по тем же правилам, здесь будет Q и 1, а здесь будет 1 и 0. То есть вы просто, у вас есть вот такая вот штуковина,
Вот. При этом вот это число R2 – это и есть ваш нод. Вот. Поэтому если вы хотите выразить нод, вам просто надо обратить вот эти матрицы и перемножить их в обратном порядке. И когда вы перемножите эти матрицы, ну, то есть сейчас у вас получилось, что N и M равняется некоторое произведение вот этих вот матриц, а здесь ваш нод, R2, 0. Вот. Ну и, собственно, если вы хотите выразить в обратный, вам надо просто вот эти матрицы сюда посчитать, к ним обратные. Это тоже можно сделать легко, не то чтобы сильно сложно сделать. Ну и как бы вы можете выразить в обратную сторону. И это даст вам коэффициенты для нода. Вот, так, вот такая связь с матрицей. Собственно, вот это то, как расширенный алгоритм Евклида обычно пробует. Так, ребята, на всякий случай вопрос. Слышно ли супергерой Человека-соседа на заднем фоне? Вроде нет. О, отлично. Немного слышно. Просто у меня реально сейчас, как бы, я с трудом слышу, когда вы мне голосом отвечаете. В общем, супергерой к нам зашел в гости. Надо его приветствовать. Значит, смотрите, давайте так. Я сейчас что-то рассказал про связь нода с матрицами и как вот, вот это в матричном виде его оформить. Кто считает, что он понял, что я сейчас рассказал? Отлично. Теперь смотрите. На всякий случай, если вы хотите выразить в обратную сторону, здесь можно сделать следующее. Можно вот в этих равенствах вот эту часть перенести налево во всех. И тогда у вас будет выражение пары R и M через M и N. Выражение пары R2 и R через R и M. Ну, то есть в обратную сторону. Это вам позволит написать матрицы обратные. Там просто будет минус единичка перед Q. А форма у них будет похожая. То есть вот это обращение, оно делается быстро. То есть, например, если я возьму, напишу, значит, M и R, а тут N и M, то, соответственно, у вас получится следующее, что R выражается как 1 минус Q, а здесь получается вот такая штука. То есть обращение этих матриц происходит очень быстро. Да, таким образом можно сразу в общем случае говорить. То есть вот эта штука, она позволяет вам теперь написать вот такое произведение матриц, и вы можете, значит, нод в общем случае выразить. То есть у вас всегда будет вот, вот подобная матрица, то есть у вас вот эти пушки здесь будут возникать, и все. А, сейчас про циклы. Да. Про циклы тоже можно в общем виде говорить. Смотрите, давайте так. Вернемся к тому, с чего я начал. У нас есть M и N, взаимно простые. И я знаю, что AM плюс BN равняется единичке. Найдутся такие целые A и B. И теперь я хочу понять... Ой, только у меня здесь N должно быть. Чему равняется вот это? Я утверждаю, что то, что получится, это будет цикл длины N. То есть в этом случае... У меня цикл не распадется, он останется циклом. Давайте попытаемся это доказать. Смотрите, как можно доказать, что после возведения в степень m получится цикл длины n? Давайте предположим противное. Давайте предположим, что после возведения в степень m получится хотя бы два цикла. Независимых цикла. Тогда смотрите, теперь сделаем вот что. Глядя на это равенство, давайте возьмем и, раз это верное равенство, давайте и левую, и правую часть дополнительно возведем в степень А. Это та степень, которая вот здесь встретилась перед коэффициентом М. Теперь смотрите, когда я возвел в степень А циклы справа, ну, степень цикла – это либо остается циклом, либо это какая-то перестановка. Если это какая-то перестановка, то это несколько независимых циклов. То есть справа у меня количество циклов может только увеличиться. То есть вот тут количество циклов уж не меньше, чем k, которое строго больше одного. То есть у меня только увеличиться могло количество циклов. Поэтому если я каким-нибудь способом докажу, что то, что вот здесь получилось, это цикл, то я получу противоречие. А как вот это план? То есть я теперь хочу показать, что вот этот цикл.
И если я это покажу, то будет противоречие. Вот теперь, как это делается? Ну, давайте сделаем так. Я напишу следующее. Теперь я воспользуюсь тем, что АМ плюс БН равно одному. Это значит, что АМ – это 1 минус БН. А это означает, что это вот этот цикл умножить на этот цикл в степени N в степени минус B. Обратно минус – это означает обращение цикла, то есть разворачивание в противоположную сторону, то есть или взятие обратной перестановки. Но я знаю, что при возведении цикла в степень N я получаю тождественную, значит, здесь я получил просто цикл длины N. Действительно, я увидел, что вот эта штука – это не просто цикл, а это цикл длины N, который есть 1N. И тут мы получаем противоречие. И противоречие возникло из-за того, что мы вот тут вот предположили, что у нас количество циклов изначально было больше одного. Таким образом, мы доказали, что при возведении во взаимно простую степень цикл остается циклом. Может быть, на других элементах, но он остается циклом. Ага. Значит, смотрите. Я пока отвечу на вопрос Сережи, а напишите плюс или минус, в зависимости от того, хватило вам этого рассуждения или нет. Смотри, вот здесь у меня есть несколько циклов. Теперь, когда я возвожу это в степень А, это все равно, что возвести каждый цикл в степень А, потому что они коммутируют. Теперь, если я возвожу цикл в какую-то степень А, это будет не обязательно цикл, но это какая-то перестановка. Раз это какая-то перестановка, то есть цикл, вот он действует, каждый цикл здесь действует на своих элементах. И раз это какая-то степень, его действует ровно на тех же самых элементах. И если это не цикл, а какая-то другая перестановка, но это в худшем случае какой-то набор циклов может быть. Поэтому у меня как бы при возведении в цикл, цикл может только распасться на большее количество циклов каких-то, но он не может собраться. Поэтому если здесь было много циклов, то при возведении еще дополнительной степени А у меня количество циклов может только увеличиться. А если при возведении в А я увидел, что у меня получился один цикл, значит изначально было один. Вот это рассуждение. Вот остался ли кто-то, у кого еще вопросы? Отлично. Тогда смотрите. Давайте сделаем вот какую штуковину. То есть теперь мы видим, что при возведении во взаимно простую степень у меня цикл остается циклом. И при возведении в степень, которая делит n, у меня там распадается максимально. Давайте теперь из 1 и 2. Ой, цвет не тот. Давайте теперь из 1 и 2 выведем общий случай. Смотрите, давайте возьмем два числа m и n. Тогда у меня, пусть d это будет их нода. Тогда это означает, что n равняется d на n штрих, а m равняется d на m штрих. И при этом m штрих и n штрих уже взаимно просты. Теперь, если я возьму цикл длины n и возведу его в m, я могу сделать так. Я могу сначала цикл длины n возвести в степень d, которая есть нода, а потом возвести в степень m штрих. Тогда смотрите, что происходит. Когда я возвожу в степень d, я пользуюсь случаем 1, потому что здесь d делит n. И я знаю, что в этом случае у меня получится что? У меня получится d циклов. И длина каждого цикла будет n штрих, потому что это n делить на d. И теперь я должен все это хозяйство возвести в степень m штрих. Но так как у меня эти циклы независимые, все между собой коммутируют, это все равно, что каждый цикл возвести в степень m штрих. И при этом у меня их здесь d штук, и длина каждого n штрих. Но теперь я в ситуации, когда степень и длина цикла взаимно просты. И теперь я могу воспользоваться случаем 2. Случай 2 говорит, что у меня все эти циклы, они останутся той же самой длины, они никак не дораспадутся, то есть у меня останется их d штук, и длина каждого будет n штрих. И это выводит общий случай из этих двух. Кто считает, что он смог уследить за полным доказательством и выведением общего случая из первых двух? Ну и, соответственно, минус, если остались вопросы. Меня больше интересует, если у кого-то есть вопросы. Отлично. Вот. То есть это способ, как разделить решение на части. Кто решал другим методом? Как вы считаете, то, что я показал, проще, чем то, что делали вы, или нет? Сложнее.
Отлично. Тогда я хочу увидеть ваш способ. Но давайте я тогда обращу внимание вот на что. Если этот способ сложнее, здесь есть два важных элемента. Стратегический, который разделяет задачу на более простые. А второе – это вот это замечание про взаимно простые числа. Из него я еще сделаю пару замечаний полезных. Вот именно из этого кусочка. Значит, скажите, как вы делали тогда, чтобы я просто понимал. Так, у нас есть карусель, и мы сдвигаемся на М-место. Тогда, чтобы вернуть ее на место, надо совершить целое число оборотов. А значит, чтобы вернуть ее в исходное положение поворотами на М, надо прокрутить ее не менее, чем ног мест. А это ног... Окей. Да, Гоша, вот это то, что ты написал, да, это ровно оно. То есть, грубо говоря, здесь надо просто правильно уследить, сколько раз надо проскакать мимо начала для того, чтобы опять вернуться в нее. И здесь действительно нужно подумать про карусель. Значит, эту карусель можно проразрезать на части, прикладывать друг к другу до тех пор, пока у нас длина не поделится на правильное число. Ну, то есть я про это предпочитаю думать так, что мы цикл разрежем между единичкой и n и будем прикладывать его друг к другу. То есть вот мы берем 1n, повторяем 1n. И вот мы прыгаем на, скажем, m шагов, которые взаимно просто. И через какое количество шагов мы в итоге попадем в n. Но вот это число, оно впервые, ну, то есть это число, оно с одной стороны должно делиться на n, с другой стороны оно должно делиться как бы на m. И когда такое произойдет самый-самый в первый раз? Вот, это действительно как бы вот это последнее число должно быть ноком. Ну, то есть имеется в виду, когда мы посчитаем, занумеруем их от 1, 1, то есть здесь n, n плюс 1 и так далее, то вот то, что здесь будет стоять, это должно быть ног обоих чисел m и n. Это вот та же идея с каруселью. Но да, я понял. То есть вы сразу просто смотрели, как вы прокручиваетесь. Еще раз, это почему? Потому что вы молодые, вы способны следить за сложными рассуждениями. Это как бы очень важная вещь, что как бы почему объединяются между собой вот как бы там ученые, там у них есть ученики помоложе, у них есть ученики помоложе, потому что ученики помоложе могут сделать более сложные штуки, а те, кто постарше, они могут придумать более хитрый подход. То есть за счет более хитрого подхода люди, кто постарше, они задачи сводят к более простым, но все еще тяжелым. А те, кто помладше, они способны эти более тяжелые сделать в лоб. А те, кто постарше, тем не менее, все еще не способны сделать в лоб эти задачи, потому что ну, они уже старые, дряхлые, у них им бы лишь бы спать и вот рассказывать всякие шутки. Так, где-то в «Квантике» была очаровательная статья про измерение нот и ног звездочками. Кстати, «Квантик» – отличная штука. Господи, мы, Дориченко, там, вот все, у кого есть дети, Дориченко просто по гроб жизни обязаны тем, что он «Квантик» выпустил. Так, хорошо. Значит, давайте так. Я сейчас что-то рассказал про задачу. Значит, вы там тоже эту задачу как-то решали. Вопрос вот какой. Остался ли кто-то, кто считает, что у него остались вопросы по этой задаче, или он считает, что он не понимает, почему получается такой ответ и как именно он получается? Ну, то есть есть ли кто-то, кто вот после этого разговора, который сейчас прошел, требует какого-то обсуждения? Good. Значит, смотрите. Давайте я покажу одно маленькое замечание. Что означает вот эта штука, когда m взаимно просто с n. Какого вот этого факта есть следствие? Смотрите, какая есть неочевидная вещь. Давайте попытаемся решить уравнение. Ну, прям вот из Sn будем искать. Вот как вы думаете? Это уравнение имеет решение? А если имеет, то сколько? Вот может кто-то сказать? Есть, для начала, есть здесь решение или нет? Как вы думаете? Сигма – это перестановка из Sn. То есть я ищу такую сигму из Sn, такую, что при возведении в степень m получается цикл от 1 до n. Есть. Кто еще считает, что есть решение?
m фиксированное взаимное простое с n. То есть я хочу теперь не возвести в степень m, а извлечь корень в степени m. Есть. Есть. Хорошо, сколько решений? Много? Одно? Два? Три с половиной, может быть. Корень из пи пополам решений. Как вы думаете, одно или много? Вот я хочу сказать, что из того, что написано выше у меня сейчас на доске, должно быть очевидно, что решение есть, и оно единственное. Смотрите, почему. Отлично. Кто понял, вот почему из вот этого должно следовать, что решение вот здесь всегда есть и единственное при вот этих вот условиях m и n взаимно просто? Можете написать, кто вот сейчас это понял, как из этого увидеть? Нет, тождественное, конечно, не будет. Если я возьму сюда тождественную, то степень m будет тоже тождественная. Теперь смотрите, но нет, действительно, это просто делается переименованием. Это, то есть переименованием делается существование. То есть если я переименую, будет действительно, как сказать, и один переименую в один и так далее, и n переименую в n, то тогда я получу здесь какие-то новые имена, это даст мне решение. Да, смотрите, давайте, да, итак, первое, что существование решений – это переименование. Вот эту идею, кто понял? Ну, соответственно, минус, если осталась эта идея непонятна. Почему отсюда сразу мгновенно очевидно, что есть решение? Ну, вот Арсений, окей, ну, я считаю, что раз нет минусов, то значит, вы уловили эту идею. Если что, вы мне потом задайте вопрос. Теперь смотрите, почему единственность? Так, справа в равенстве тождественное или цикл? Справа в равенстве цикл от 1 до n, Алис. То есть это вот просто цикл длины n. Смотрите, давайте покажу, значит, почему единственное будет решение. Смотрите, давайте заметим отсюда следующее, первое замечание. Нет, ну переименование обратно работает, но я имею в виду, что а почему не может два цикла при возведении степень m дать один, ну, как бы один и тот же цикл? Ну вот числа, например, такое бывает. Я минус один в квадрат возведу. Более того, если m не взаимно просто с длиной цикла, вообще говоря, ну, у меня я могу разные перестановки возвести. Ну, например, я могу все перестановки возвести в степень n факториал перестановки из sn, и они мне всегда дадут тождественные. То есть возведение в степень, оно не всегда биективно. Здесь важно, что длина m взаимно просто с длиной цикла. И здесь важно, что справа находится именно цикл, а не абы какая перестановка. Теперь смотрите. Вот если у меня сигма – это решение, то тогда сигма обязательно цикл. Вот это кто понимает? Отлично. На всякий случай проговорю явно, почему это так. Если бы это было не цикл, то это было бы несколько независимых циклов. Но тогда при возведении в степень m они бы могли распаться в еще большее количество циклов, мы бы никогда не получили цикл. Это потому, что при возведении в цикл циклы не сливаются, циклы могут только распасться. При возведении в степень. Теперь смотрите, а раз это цикл, то это цикл длины n, ну никакого другого быть не может. Значит, то смотрите, что происходит. Второе. Что, значит, у меня здесь просто написан цикл длины n, и мне нужно понять, почему существует единственное решение к такой штуковине. А здесь можно вот как рассуждать. Смотрите, если я сейчас возведу левую и правую степень, да, если у меня am плюс bn равно 1, то если я возведу и левую и правую степень, и левую и правую часть в степень a, то у меня получится вот такая вещь. То есть здесь извлечение корня превращается в возведение в степень. То есть если я хочу извлечь корень n-той степени, то это надо то же самое, чтобы возвести в a-тую степень. То есть здесь я могу очень быстро находить n-тую степень. Она просто равносильна возведению. То есть на самом деле, когда я решаю сигма в степени m равняется 1 и так далее n, и m и n взаимно просты,
то это тогда и только тогда, когда сигма равняется 1 и так далее n в степени а, где ам плюс bn равняется 1. И это и есть то самое единственное решение. Есть ли у кого-то вопросы на этом этапе? Ну, самый последний момент не очень понятен. То есть почему, если у нас этот STM как АМ плюс BN равно единице, почему это значит, что у нас есть единственный цикл? А, смотри, я говорю следующее. Еще раз рассуждение. Если вот это равно, то сигма обязательно какой-то цикл 1М и 1 и N, окей? То есть вот синие вот эти штуки, давай я сотру тогда еще раз вот эти синие штуки. То есть тогда верно вот это. Это означает, что сигма есть решение. То есть вот это есть мое сигма. Тогда если это верно, то отсюда следует, что верно и вот это. Ой, вот это. А левая часть, это просто вот равна этому, потому что, ну, это мы проверяли, что здесь написано тогда этот цикл в степени 1 минус bn. Минус bn как бы там дает тривиальную часть. И то есть это остается тот же самый цикл, а это, ну, равно вот этому. То есть я говорю следующее, что если было решением, то отсюда следует, что вот эта штука, она просто равна вот этой штуке. То есть я вывел из этого равенства, я просто вывел вот это равенство. Это дает мне слева направо. Вот сейчас получилось уловить? Да, теперь понятно, спасибо. Good. Вот, поэтому мы знаем, что извлечение из цикла корня взаимно простой степени делается единственным образом, если мы ищем перестановку, которая действует только на вот этих вершинах от 1 до n. Вот. Значит, смотрите, я хочу сказать, что вообще говоря, вопрос извлечения корня – это такой хитрый вопрос. Давайте подумаем, а можем ли мы, например, решить вот такое вот уравнение? У меня цвет немножко заглючил, сейчас, секунду. Давайте подумаем, вот, попробуем решить. То есть у меня сейчас осталось две вещи, которые надо рассказать. Я хочу еще про корни поговорить. Давайте попытаемся решить следующее уравнение. Сигма в квадрате равняется 1, 2. Сигма в квадрате равняется 1, 2, 3. Сигма в квадрате равняется 1, 2, 3, 4. Это все сигма из S4. Скажите, мы можем решить первое уравнение? Так, вот здесь мы говорим «можем». Окей, здесь действительно мы знаем, сигма это будет 3, 2, 1. Это мы просто развернем. Отлично. А вот эти мы решить не можем. Вот почему. Давайте посчитаем знак левой и правой части. То знак слева, он всегда плюс, а знак справа, он устроен так. Вот здесь будет минус, здесь плюс, здесь будет минус. Поэтому вот эти мы никогда решить не можем, просто из соображения знака. А из второго мы можем извлечь корень, потому что 2 и 3 взаимно просто. Более того, здесь мы можем проверить, что если я возьму тройку и двойку, то я могу сделать так, подобрать вот такие вот числа и получить единичку. Тогда вот это и будет наше а. И тогда мы видим, что действительно извлечение корня – это возведение во вторую степень. Вот. Это пример того, когда можно извлечь квадратный корень. Хорошо. Значит, ну, на дом задача будет про извлечение квадратного корня из тождественной, и там поиграться еще из каких-нибудь там перестановок, поизвлекать квадратные корни. А теперь давайте подумаем вот о чем. Давайте поговорим про пятнашки. Давайте наконец-то расскажу про пятнашки. Хорошо, что у вас почти не слышно того, что у меня на заднем фоне творится. Значит, кто знает, что такое пятнашки, а кто не знает? Вот меня больше интересует, есть ли кто-то, кто не знает, что такое пятнашки? То есть нет таких, кто не запятнал свою репутацию. Все в курсе, что такое пятнашки. А, есть, Дима не знает, да, что такое? Смотри. Нет, который не догонял тебя. Значит, что такое пятнашки? У вас есть поле. Вот такое вот, побитое
на 16 ячеек. Здесь разложены числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот они поэтому пятнашки называются. Считайте, что вот эти поля – это плитки, которые можно двигать. То есть, например, вот там, где числа нет, это пустое место. И тогда я могу, например, либо 15 сюда сдвинуть, либо 12 вот сюда сдвинуть. То есть дальше происходит следующее. Вы закрываете глаза. Да, это игрушка такая. Вы закрываете глаза, а рядом стоит друг. И друг берет и начинает перетасовывать вот эти плитки. То есть он начинает их сдвигать. В результате этого получается какая-то вот такая расстановка. Вы открываете глаза, и ваша задача начать перемещать эти штуки. Ну, вот вам здесь вот у вас разрешены вот такие четыре движения. То есть вы вот так вот гоните эту пустоту, вы как-то перемещаете плитки, и ваша задача сделать так, чтобы вернуть это в изначальное положение. То есть друг ваш попереставлял, а вы пытаетесь вернуть обратно. Вот такая вот игра. Теперь, предположим, к вам приходит друг и говорит: следующее, закрывай глаза. Вы закрываете глаза. Значит, этот друг долго пыхтит. Вы открываете глаза и видите следующее. И он говорит: ну-ка, давай-ка, попереставляй так, чтобы вернуть обратно. И тут у вас должно быть чутье, что не друг он вам. Не друг. Такое только враг сделать может. И вам надо доказать, что он враг. Что что-то здесь не работает. Да, там что, да, здесь есть подвох. То есть, на самом деле, изначально эта игра продавалась следующим образом. Человек предлагал $1 000 000. Тому, кто сможет привести вот эту штуку к верхнюю. То есть вы покупаете игру там, за $5. Вот, а дальше значит, вам выплатят $1 000 000, если вы вот, значит, сделаете видеозапись, как вот вы привели вот эту нижнюю штуку к верхнюю. И человек на этом деле заработал $1 000 000. Это где-то 80-е там было, 70-е, я уж не помню. Известная история. Вот вам история о том, как заработать. Да, типичная сделка. Нет, потому что вы можете говорить, что это обман, но миллионы человек, которые слышат про $1 000 000 в рекламных объявлениях по радио, они не услышат от вас, что это обман, а могут не поверить, что это обман. Вот, да, это там прям совсем там давно как-то было. Значит, это прям супер. Может быть, даже, да, кстати, я, может быть, не прав, что это было в 70-е, 80-е, может быть, даже еще, да, там где-нибудь 19 век, что-нибудь такое. А, ну вот Википедия, видите, пишет, что это было аж больше 100 лет назад. То есть это прям супер крутая какая-то история была. Вот. Видите, я, в отличие от Википедии, я даты плохо знаю. Так вот, смотрите. То есть обманывать, видите, людей начинали еще в век до цифровых технологий. Смотрите, как вообще можно пытаться показать, что вот это хозяйство является обманом, что так сделать нельзя. Есть следующая идея. Давайте покажу идею. Это общая идея, как доказать, что что-то сделать нельзя. Потому что доказать, что что-то можно сделать, вы просто берете и предъявляете процедуру, как это вы сделаете. А как доказать, что чего-то нельзя сделать? В данном случае есть такая вещь, как метод инвариантов. И его идея в следующем. Вы хотите придумать функцию на множестве всех таблиц. То есть вы берете вот все-все-все возможные таблицы, которые только можно составить. То есть вы заполняете ее как угодно. Не обязательно вот полученное из тех способов, как вот можно переставить, а просто вот расставляете в такой таблице числа от 1 до 14 и еще пустое место всеми возможными способами. И получаете все возможные таблицы. И вы хотите придумать некоторую функцию. В данном случае мы будем придумать функцию, которая принимает значение плюс и минус 1. И у этой функции должны быть два свойства. Первое свойство. Если вы из одной таблицы
переходите в другую. С помощью вот одного из допустимых действий, вот перестановки фишек, вы хотите, чтобы значение вашей функции на этих таблицах не поменялось. То есть если вы как бы переставляете вот эту фишку, ну, как бы влево-вправо, как положено, то вот на этих таблицах у вас должно быть одинаковое значение. А второе, значение на правильной таблице, ну, вот, которая там 1 и так далее, заканчивается на 14-15, то есть та, с которой вы начинаете, должно отличаться от значения на неправильной таблице, ну, вот, которую вы хотите доказать, что в нее прийти нельзя, которая вот 15-14. То есть, например, здесь вы хотите, чтобы было значение 1, а здесь вы хотите, чтобы значение было минус 1. Вот если вы придумаете такую функцию, то очевидно, что нельзя допустимыми действиями прийти из неправильной таблицы в правильную. Почему? Потому что допустимые действия должны не поменять значение вашей функции, а с другой стороны, ваша функция на хорошей и неправильной расстановке отличается. Тогда, то есть, как только мы такую функцию придумаем, это тут же служит доказательством, что нельзя такое проделать. Вот кто понял идею, как это доказать? Отлично. Хорошо, теперь смотрите, давайте я предъявлю пример такой функции, но не для этой игры, а для другой, которая чуть-чуть попроще. И на этом мы разойдемся. Я вижу, что уже минус 3 минуты у меня осталось, но я сейчас это расскажу, и мы расстанемся. Смотрите, давайте рассмотрим игру четвернашки, 14-тернашки. Давайте возьмем поле размером 3 на 5. То есть теперь здесь влазят всего 15 плиток и влазят числа от 1 до 14. Давайте я сейчас расставлю как-нибудь. Полная версия будет в домашнем задании. А здесь просто будет идея для полной версии. Я хочу, чтобы вы сами попытались подправить ту конструкцию, которую я скажу. Вот у меня есть произвольная вот такая вот таблица. Отлично. Смотрите, первое, что я делаю, давайте я по этой таблице поставлю перестановку на 14 элементах. Следующим образом, я возьму, перечислю числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, блин. Все время. Вот как бы я узко не писал, мне всегда не хватает на число 14 во время рассказа этого решения. 13, 14. А вторую строку я заполню числами из этой таблицы, когда я буду идти слева направо, сверху вниз, и просто пропущу пустоту. То есть по этой таблице я построю 3, 7, 11, 10. Дальше пропускаю 6, 1, 2, 12. Блин, давайте перепишу 12, это будет непонятно. 12, потом 5, 8, 14, 4, 13, 9. Хорошо. Я получил перестановку, а теперь по перестановке я просто считаю знак. И это и есть моя функция фи, которая дает плюс-минус единичку. Смотрите, да, это совсем баян, как бы, но просто кто-то знает этот баян, а кто-то не знает этот баян, поэтому я хочу рассказать пример. И вообще вот эта идея инвариантов, она на самом деле не только для пятнашек применяется, она много для разных задач применяется. Например, задачи, что там что-то алгоритмически неразрешимо, они тоже используют такой метод. Задачи, например, в теории Галуа, что вы не можете выразить корни многочленов пятой степени через коэффициенты, она по сути основана на этой же идее, только там инвариант более сложный. Там в качестве инварианта служит некоторая группа и ее свойства разрешимости. Вот. Просто, как сказать, но идея ровно та же самая. Вы берете как бы отображение из ваших состояний куда-то, так, чтобы это отображение не менялось под действием допустимых действий, вот, и как бы отличало как бы хорошие ситуации от плохих. Теперь смотрите. Давайте поймем вот что. При таком действии, что происходит, когда вы делаете движение? Смотрите, у вас есть тут два вида движений, которые вы можете сделать. Вот тут мне надо будет скопировать сейчас эту табличку. И сейчас мы будем ждать зависания доски. Ой, почти попал. Вот, я ее двигать... Ну ладно, сейчас. Зараза. Она еще и не вся...
она не вся взялась. Отлично. Смотрите, вот если я делаю вот такие горизонтальные движения, то я просто не меняю вот эту таблицу. Блин, что ж такое? У меня почерк все хуже и хуже. Не меняется. То есть у меня просто будет та же самая перестановка. Поэтому, когда я плитки сдвигаю слева, влево-вправо, таблица будет той же самой. А что произойдет, если я, например, подвину двойку вверх? Вот смотрите, давайте я возьму и подвину двойку наверх. Я красным нарисую. Тогда смотрите, что произойдет. Значит, вначале идут числа 3, 7, 11, 10, точно так же, как они шли в верхней таблице. Потом пойдет 2, 6, 1, а потом пойдет опять числа 12, 5, 8, 14, 4, 13, 9. Сейчас я покажу обе таблицы. Смотрите, я специально нарисовал красным тот сегмент, который будет отличаться. То есть, если верхняя таблица была сигмой, а вот эта таблица – это ро, то как связаны сигма и ро? Смотрите, я что сделал? Я вот в этом месте по циклу переставил 6, 1, 2. У меня 6 перешло в 2, значит, 1 перешло в 6, то есть у меня 6 перешло в 2, значит, 1 перешло в 6, а 2 перешло в 1. То есть, на самом деле, я взял и умножил на вот такую перестановку, значит, свою сигму слева, на циклическую. То есть я умножил на цикл длины 3. Аналогично, если я спущу семерку вниз, это тоже будет умножение на цикл длины 3, потому что у меня вот между пустотой и тем, что я перемещаю, как бы два элемента и еще сам перемещаемый элемент. То есть у меня ровно столько, сколько, как бы, какова ширина вот этой таблицы. То есть ширина таблицы 3, поэтому у меня произойдет сдвиг на цикл длины 3. Вот, поэтому при этом действии у меня знак не изменился, потому что знак от цикла длины 3 равен единичке. Это четный цикл. Вот, теперь смотрите. В итоге мы видим, что построенная функция, она не меняется при указанных действиях. А что происходит с правильной и неправильной расстановкой? Но мы видим, что правильная расстановка тогда соответствует тождественной, а неправильная расстановка соответствует транспозиции 13-14. То есть фи на хорошей таблице соответствует знаку от тождественной, а фи на плохой таблице соответствует знаку на транспозиции 13-14. То есть это будет единичка, а это будет минус единичка. Давай спойлеры не будем сейчас сбрасывать. Если ты придумал, как решить 4 на 4 задачу, то оставь, то пусть ребята тоже подумают. Я не против того, что это хорошо, что ты уже придумал, может быть, кто-то тоже уже придумал, но лучше дать людям возможность подумать самостоятельно. То есть смысл того, что я сейчас проделал, следующее. Я показал идею, а теперь от этой идеи у каждого должно в голове щелкнуть. Вот. И если мы не дадим возможности людям подумать, у них не щелкнет в голове и не произойдет очень важного образовательного элемента. То есть вот когда ты чего-то доходишь сам, решая задачу, это в разы полезнее, чем если тебе решение рассказывают. Это всегда так. Поэтому если всегда спойлерить и рассказывать решение, это будет просто плохо тем, кто хочет чему-то научиться. Вот именно поэтому я не хочу это спойлерить здесь. Нет, это работает при произвольной форме, действительно. Просто здесь решение, которое я предлагаю, оно специально предложено так, чтобы оно зависело от формы поля. Вот. Непрямоугольное, окей, хорошо. Ну, расскажешь мне тогда про непрямоугольное, что ты там придумал. Разберем в следующий раз, когда, ну, порешаем вот эту задачу для, как бы, для 4 на 4. Вот. Ну, в общем, вот эта идея, как решить пятнашки для поля с 14 фишками. Вот, это один из примеров. Это не единственный способ. Есть куча других всяких способов, как можно это хозяйство делать. Но, в общем, на дом я вам предложу проделать то же самое, но с полем 4 на 4 и доказать, что классические пятнашки не решаются. Вот. Значит, окей.
Да, значит, это специфичнее. То есть в общем виде, смотрите, почему этот подход не работает в случае поля 4 на 4. Тогда у вас будет умножение на цикл длины 4, и он нечетный. Просто, то есть у вас вот эта функция построена по таким же способам, она не будет давать инвариант. И тут, да, тут можно немножко подумать и придумать, как это решение докрутить, чтобы получилось решение, работающее для поля 4 на 4. Именно в этом и смысл этой задачи, да. Вот. И на самом деле, по моему опыту, вот здесь ребята придумывали огромное количество принципиально разных способов, как это решение докрутить до решения на 4 на 4. То есть там реально предлагали иногда там до 5-6 вариантов, как можно придумать. Я их там даже все сейчас не помню наизусть, что можно было сделать. То есть там тут реально, если вы начнете думать, каждый из вас, скорее всего, придумает свой уникальный способ, как это сделать, и это будет здорово. Вот. Смотрите, на этом все, что я хотел вам рассказать про перестановки, абсолютно все я рассказал. Значит, в следующий раз мы уже будем заниматься полностью определителями. Вот, ДЗ в этот раз будет короткое, для того, чтобы в следующий раз на семинаре у нас было побольше времени обсудить определители. Вот, есть ли какие-то вопросы, замечания? Может, я что-то в чате пропустил из того, что обсуждалось, я потому что не очень сейчас внимательно смотрел. Ну, была какая-то олимпиадная задача, где инвариантом была убийственная функция с золотым сечением в степени, зависящей от клетки, в то время как самой задачи просто фишки на бесконечной полоске стояли. Господи. Да. Хорошо. Тогда, ребят, если вопросов нет, на этом все. Спасибо, что пришли. Надеюсь, было интересно. Увидимся с вами в следующий раз. Всем удачи, всем счастливо. Вот, Кристин, тебе тоже машем ручкой. Пока, Кристина. Вот. Блин, Дима, ты можешь нас с Кристиной познакомить? Кристин, я тебе помнишь рассказывал, тебе придется это вырезать, я тебе помнишь рассказывал, что как только начался онлайн, значит, у тебя появилась куча фанатов, студентов, которые на тебя слюни пускают. Вот это один из тех случаев. Дим, меня девушка съест за то, что ты сейчас говоришь. Ты зачем это так делаешь? Вот, чем отличается жена от девушки. Значит, жена меня за это не съест. За то, что мы с Игорем пойдем вместе к Кристине. Блин, я каждый раз, когда у тебя кто-то на заднем плане кашляет, я желаю здоровья. Но я не знаю, кто это. Может быть, это сосед. Нет, это Инна. У нее там операция была. Здоровье, вот. Да. Вот, так что смотри, значит, Кристина, готовься. Я, правда, не знаю, когда это будет, но, в общем, в какой-то момент мы с Игорем появимся вместе на Кщиновском, и я его познакомлю, значит, с самой сексапильной женщиной ФКН. Рыжей красоткой, если я правильно вот, понимаю. Вот, именно так, да. Хорошо, хорошо. Дима, отлично. Ты когда-нибудь реально придешь, или ты все, навсегда ушел к себе домой? Ну, по-хорошему, значит, меня нельзя к детям подпускать, в общем-то. Да. Они должны пускать под страхом смертной казни, там, бить электрошоком, как только я приближаюсь к дальней вышке. Да? Вот, но как там, что делает одна рука, что делает, одна рука не знает, что делает другая, как это обычно в крупных организациях, поэтому я могу спокойно приезжать, вот, но официально мне там появляться нельзя. Тебе нельзя ставить пары в расписание, да? Да, то есть сейчас из этого следует, что мне нельзя пары в расписание. А как ты будешь коллоквиум проводить? Да как и раньше. Оно будет быстрее, проще. Вот, но, в общем, я как-нибудь появлюсь, в общем, посмотрим. На самом деле я могу прийти на коллоквиум, там не то, чтобы кто-то за этим будет следить, в общем, мы разберемся с этим. Я просто устрою опрос, кому как больше нравится проводить коллоквиум. Мы решим, какой формат будет более удобным. Вот, и если все захотят онлайн, сделаем онлайн. Это, в принципе, как бы проще, не надо там таскаться, не надо ждать, там к своему времени подключился. Но онлайн, это же, Ну, это же плохо, это же всю атмосферу коллоквиума убивает. Это же, ну, прям, ну, я не знаю, каждый раз, когда я думаю об онлайн-коллоквиумах, у меня прям на душе плохо становится, понимаешь? Так вот, не так плохо, когда, знаешь, там сидишь такой, думаешь, блин, маме давно не сводил. Нет, не в таком контексте, но вот прям как-то грустно. Я понял. Ну, тогда я устрою опрос, я вижу, Гоша тоже заочный. Хорошо, посмотрим. Я тогда узнаю возможность проведения очно. Я думаю, что, наверное, можно организовать без проблем. Вот. Я надеюсь, что у нас никого в онлайне не будет, если вдруг мы очно сделаем, вот, чтобы там ребят не обломать. Вот. Там поговорим ближе к делу, устроим опрос. Я посмотрю, кто за что.
То есть мне-то более-менее все равно, я и так могу. Вот. Поэтому оно, конечно, очень прикольнее. Можно посмотреть друг другу в глаза, поугарать, всякие дурацкие шутки там. Да. Вот в этом же смысл. Еще студент, который ничего не знает, но дома может списывать, на коллоквиуме он будет сидеть рядом с тобой и двух слов связать не сможет. Ты знаешь, по моему опыту, студент рядом со мной и онлайн с двух слов связать не может, причем независимо от того, знает он или нет. То есть, в смысле, подожди, ты мне 10 ставил, я не понял. Не, я к тому, что тебя ничего не спасет, если ты меня будешь сдавать, это списал. Наверное. Ну, то есть, если ты при этом все понимаешь, конечно, то есть еще шанс. Вот. А если не понимаешь, то я это все равно поймаю и порву. Я найду. Я просто чувствую, у меня это развивается. Четвертое измерение, через которое вот определители люди видят. Вот я также, я вижу твои внутренности. Я прям вижу, повернут. Я бы предпочел не видеть свои внутренности. Вот, но я же вижу их правильно из четвертого измерения, поэтому я как бы вот, я знаю, как мироздание устроено. Вот. Будете заниматься математикой много, да. Будете такой же обладать супер фичкой. Да. Блин, да что ж такое, я с брекетами и резинкой заговариваться стал. Подожди, тебе же вроде снять должны были уже, нет? Ты говорил, что их 2 года носить будешь, и носил год в прошлой зимой уже. Не-не-не. Еще полно. Жесть. Держись. Я думаю, что ты раньше закончишь ФКМ, чем мне их снимут. А у списывающих отрицательный определитель. Это хороший вопрос. У них душа отрицательная. То есть, когда я смотрю вот с четвертого измерения на тело, я вижу душу, вот, и она становится отрицательной. О, я эту задачу скопирую, чтобы не потерять. Потому что когда я сейчас, если закрою Zoom, и потом буду медитировать над этой задачей. А сейчас я предлагаю всем получить удовольствие от обеда или там, что у вас, или завтрака, или ужина, в зависимости от того, что вас ждет. Вот. Рад был потусоваться, ребят. Вот теперь всем удачи, Игорь. Пока.